Завершился второй матч для команды Смоленска на мини-турнире. Одержали вторую победу к ряду. Расскажите, как готовились к этой игре? Ну, готовились следующим образом. Вчера внимательно посмотрели игру с Казанским университетом. Вот, попытались максимально выключить их бомбардира 27-го номера. Это что касается игры в обороне. Что касается игры в атаке, искали свои моменты все-таки наши фланги на флангах. Вот, искали возможность на стандартах мы забить гол. И фактически стандарт, скажем так, аут, вот, он принес нам этот гол. Может, он несколько курьезный был, но тем не менее гол есть гол. Вот. Команда соперника тоже имела 2-3 эпизода за матч. В общем-то, игра равная была, равная. Вот. Но мы свой эпизод использовали, они свой эпизод не использовали. Вот. При счете 0-0 у них был хороший момент, когда они могли повести в счете. И нам бы, я думаю, было очень тяжело бы отыграться. Завтра предстоит игра с хозяевами турнира, Казанский институт. Что знаете об этой команде? Ой, знаете, у нас в том году в Крымске была игра с ними. Одна из самых таких вот напряженных матчей в том году. Помню очень хорошо, что игра практически была без моментов. Как говорится, игра, в общем-то, такая сложная, напряженная была. Вот, никто не хотел уступать. Ну, будем готовиться. Я думаю, сейчас очень важно нам не, как это говорится, эйфорию поймать, вот, а целенаправленно готовиться к завтрашней игре. И, в общем-то, завтрашняя игра закрывает наш сезон этого года, 2016-го. Поэтому будем к ней готовиться как к последней игре этого года. Спасибо большое, удачи в завтрашнем матче.